С минуты молчания начался митинг, посвященный Дню памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС. 33 года назад жизнь и здоровье миллионов людей оказались под угрозой. И герои тех событий не жалели себя, чтобы избежать последствий страшной аварии. Немало среди них было и староскольцев. Более 700 наших земляков, староскольцев, принимало участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сейчас в живых осталось около половины. 390 человек. С каждым годом нас становится меньше. Этот день трогательный и скорбный для всех участников трагичных событий 1986 года. И очень важно показать героям, что их подвиг не забыт. Разрешите от главы администрации Староскольского городского округа Александра Николаевича Сергиенко поздравить вас с Днем памяти и скорби. Поверьте, мы все знаем, какой ценой досталась эта победа над атомом. Сегодня в этот день мы обязаны сказать слова особой благодарности нашим ветеранам-ликвидаторам. Это герои Чернобыля. Сегодня они являются огромным примером для молодого поколения. Примером мужества, стойкости, отваги. И дают уроки патриотизма. На митинге вручили благодарности тем, кто поддерживает ветеранов-ликвидаторов и помогает работе их общественной организации. Завершилось мероприятие возложением цветов у памятного знака в парке воинской славы.